Мишка проснулся. В Тверской области на аэродроме объявился бурый медвежонок по кличке Мансур, тот самый, которого пилоты нашли весной прошлого года. Мишка ненадолго выбрался из теплой берлоги, его накормили яблоками и морковью. Мансур поел, даже погулял немного по снегу. Он похудел за время спячки, но явно чувствует себя хорошо и узнает пилота, который о нем заботился.